you to take note of are all related to King Herod the Great. Следующие места, которые мы будем рассматривать, и вот эти достопримечательности, которые были найдены во время археологических раскопок, имеют отношение уже к царю Ироду. Herod was one of the greatest builders of any of the kings of ancient times. Среди всех древних царей можно сказать, что Ирод выделялся своей любовью к строительству. He built many cities. Он построил очень много городов. He built many palaces. Он построил очень много дворцов. And he built many temples. И построил много храмов. Not just Jewish temples. А не только для евреев он, конечно же, строил эти храмы. He also built temples committed to, dedicated to other gods. А он также строил храмы, которые были посвящены другим божествам. And of course, made the Jewish people quite angry with him that he would actually build a pagan temple. И, конечно же, евреи очень сильно злились на Ирода за то, что он строил храмы для языческих богов. One thing about Herod was that he was a paranoid. He was a very suspicious person. Я хочу сказать о том, что Ирод страдал от мании преследования, и у него были постоянные подозрения. He always lived in fear. Perhaps with some justification that people were going to try to kill him. Он всегда жил в страхе, думая. Иногда, конечно, были и основания думать, что люди хотели его убить. And so he built several palaces. Поэтому он построил несколько дворцов. Not only where he could go for places of retreat when he wanted to get out of Jerusalem. Эти дворцы были необходимы не только для того, чтобы поехать туда и отдохнуть, когда он хотел выехать, например, из Иерусалима. But also where he could hide if someone was. Эти дворцы были предназначены также в качестве убежища, где бы он мог скрываться, если бы кто-то решил его убить. One of these palaces was called the Herodian. И вот один из таких дворцов называется Иродиада. The Herodian, if you went to see it today, would look something like this. Если бы вы сегодня хотели посмотреть на этот дворец, то вы смогли бы увидеть только вот это. The Herodian is near the city of Jericho. Недалеко от города Иерихон располагается этот дворец. So it would only be maybe 10 kilometers away from Jerusalem. То есть на расстоянии 10 километров от Иерусалима располагался этот дворец. And there, the significance of the Herodian is that this is the place that an event took place that led to Herod's downfall. В чем важность этого места и какую роль этот дворец сыграл вообще в истории? Дело в том, что здесь произошло одно событие, с которого и начались все несчастья Ирода. Because it was there that his brother-in-law, who had just been appointed as the chief priest. That would be the brother of his wife. Right. Дело в том, что брат его жены был назначен первосвященником. Died in a drowning accident in the swimming pool at the Herodian. Во время одного из пиршеств в этом дворце он утонул вот в таком вот бассейне или в такой купальне. And we'll talk more about this later, but Herod, of course, denied having anything to do with his death, but the people, especially his family, thought he had his brother. Мы еще будем говорить подробно об этом событии, когда будем изучать его жизнь. Естественно, что Ирод отрицал свою причастность к гибели своего шурина, так скажем, но в то же время все члены семьи и другие люди подозревали его в этом. Herod also built several cities and rebuilt ancient cities. Кроме дворцов, Ирод еще построил много городов и восстановил некоторые из древних городов. He rebuilt much of Jerusalem and made it into a very beautiful city. Он перестроил Иерусалим, и Иерусалим при нем был очень красивым городом. But he also built cities that he would dedicate to the Caesars, including the city of Caesarea. Также он строил города специально для того, чтобы посвятить их или кесарям, или назвать именем одного из кесарей или императора. Вот это такой город, например, Кесария. Caesarea was on the coastline of
Mediterranean Sea, about 60 or 70 kilometers away from Jerusalem. Кесария располагалась на побережье Средиземного моря на расстоянии 60-70 километров от Иерусалима. After Herod's death, when the Romans would send governors like Pilate, Pontius Pilate, to rule in Judea. После смерти царя Ирода Великого, когда уже в Иудее правили прокураторы римские, например, как Понтий Пилат, когда Рим посылал их в Иудею. And these governors did not live in Jerusalem. They lived in Caesarea. Такие прокураторы уже не жили в Иерусалиме, они жили в Кесарии. And Herod, when he built Caesarea, dedicated it to Caesar Augustus. Когда Ирод Великий построил Кесарию и посвятил этот город, назвал его именем Кесаря Августа. He built it not only to be a city that was needed there, but he also wanted to show off and to brag about his architectural ability. Он построил этот город не потому, что этот город был очень необходим в данном месте, а он хотел просто похвастаться тем, насколько он может заниматься строительством, насколько он выдающийся мастер в этом деле. You see, the eastern coastline of the Mediterranean Sea is a very straight coastline, and there are not many natural harbors there. Дело в том, что восточная часть побережья Средиземного моря очень плоская, и природа не создала там естественные гавани. And Herod wanted to show that he was better than the gods, because what the gods could not create, he would create. И Ирод хотел показать, что он могущественнее, чем Бог. Он говорил, Бог не смог создать здесь гавань, здесь неподходящее место для этого, все плоское. А я создам портовый город, здесь будет гавань. And he would make a harbor that was as good as a natural harbor for the city of Caesarea. И он для этого города Кесарии построил такой порт, который был бы даже лучше, чем естественной природой созданный порт. Эту гавань создал. You can see the picture where he built this wall to break the waves and to make a calm harbor. То есть вы можете увидеть, что он окружил вот эту территорию стеной, которая называется мол. И использовал этот метод. And that was significant, a significant development, because he was able to use a technique developed by the Romans of using concrete that would actually harden underwater. Это действительно было выдающимся действием, потому что он использовал особую технологию, которая была известна только римлянам, использование особого бетона, который застывает под водой. Now the significance of Caesarea is that it affected both the life of Christ and the life of Paul. Важность города Кесарии заключается в том, что она сыграла определенную роль как в жизни Иисуса Христа, так и в жизни апостола Павла. It was from Caesarea that Pontius Pilate came to Jerusalem during the time of the trial of Christ. Когда проходил суд над Иисусом Христом, то Понтий Пилат как раз был в Кесарии. Он выехал из Кесарии и приехал в Иерусалим. And as we see next week when we talk about the crucifixion of Christ. А на следующей неделе, когда мы будем говорить о распятии Иисуса Христа, the fact that Pilate lived in Caesarea is what made it possible for Christ to have been crucified so quickly over a period of 3 days. Мы с вами как раз и увидим, что именно благодаря тому, что Пилат жил в Кесарии, не так далеко от Иерусалима, позволило успеть совершить все, что хотели совершить, то есть закончить с распятием до наступления субботы. It is also the city of Caesarea where the apostle Paul was taken when he was taken prisoner in Rome. He was taken to Caesarea for trial. Когда апостол Павел стал узником в Риме, то ему пришлось пойти на суд в Кесарию. And he was put in prison in Caesarea and forgotten about for almost a year. В Кесарии его отправили в тюрьму и почти год о нем не вспоминали. Before he finally stood trial before the governor Festus and also gave testimony before Agrippa.
И только через год у него была возможность предстать перед прокуратором Фестом и также засвидетельствовать перед Агриппой. It was at Caesarea that Paul appealed to Rome for his trial because he thought he would not get a fair trial in Caesarea. Именно в Кесарии, находясь, Павел говорил о том, что ему нужен римский суд, потому что считал, что в Кесарии его судят несправедливо. And it was from this harbor in Caesarea. Из этой вот гавани в Кесарии. That Paul left and was taken to Rome. Павел отправился на корабле в Рим. Of all of Herod's great architectural works. Из всех архитектурных достижений и достопримечательностей, которые построил Ирод. The greatest was his temple. Самым великим, конечно, ярким был храм. Now he purposely made it his greatest work because he was trying to win the support of the Jews. А естественно, что Ирод приложил все старания, чтобы именно этот храм стал лучше всех других его архитектурных достижений, потому что он хотел завоевать любовь евреев. And he thought that he would be able to win the favor of the Jews if he built the most beautiful temple of all time. Ирод Великий думал, что ему удастся завоевать благосклонность и любовь евреев, если он построит самый прекрасный из всех храмов. Unfortunately, his plan did not work. К сожалению, его замысел не удался, не сработал. Now we need to take note that Herod started building that temple long before he died. Мы должны обратить с вами внимание на то, что Ирод Великий начал строительство этого храма задолго до своей смерти. But he never lived to see his completion. Но в то же время он не дожил до того времени, когда храм был завершен. It took 70 years to build the temple. На строительство храма ушло 70 лет. Even Jesus in his lifetime did not see the completed temple. Даже Иисус Христос при жизни на земле не видел еще этого храма в завершенном виде. It was not completed until the year 64 AD. Только в 64 году нашей эры храм был окончательно построен. 64. 64 AD was the was 30 years after Christ ascended into heaven. 64-й год нашей эры — это 30 лет спустя, после вознесения Иисуса Христа. 64 AD was the year that the Apostle Paul was executed by, and the Apostle Peter as well, were executed by the Emperor Nero. А в 64-м году апостол Павел и апостол Петр были казнены Нероном. But 64 AD was also the year the temple was completed. Но 64-й год — это еще год, когда был завершен храм. Now, who knows the year that the temple was destroyed? А в каком году храм был разрушен? Кто может сказать? 70. AD 70. 70-й год нашей эры. It's kind of ironic, isn't it? Иронично, да, получилось? That the temple took 70 years to build. 70 лет потребовалось, чтобы построить храм. The people enjoyed the completed temple for only 6 years. После того, как храм был завершен, люди могли наслаждаться этим храмом только 6 лет. Before it was destroyed. А потом он был разрушен римлянами. Now I mentioned to you about Herod and his paranoia, his suspicion that people were. Я же говорил вам о паранойе Ирода, говорил о том, что у него были постоянные подозрения. The palace he built to go into hiding. И он построил дворец для того, чтобы укрываться в нем. Was it a place called Masada? В месте под названием Масада. Now this is not something he built later in his life when he got suspicious of enemies. Дело в том, что это место он построил не в конце своей жизни, когда у него были особенные подозрения, то что he started building this fort even before he was king. А он начал строить это место еще до того, как стал царем. While he was still governor of Galilee. А когда он был еще только правителем Галилеи. And he built this great fort on the top of a Он построил прекрасную крепость.
As you can see, it's up on a plateau that's very difficult to reach. То есть находилась эта крепость на плато, на которое было очень трудно подняться. He actually built it on the side of the mountain where he had to go down these terraces to reach. Он построил это на одной из сторон горы, и поэтому нужно вот так было спускаться или подниматься, прежде чем вы дойдете до дворца, скажем. Because this fort where Herod would hide his family when he felt his life was in danger. Потому что вот в этой крепости, в которой скрывалась его семья, и сам Ирод скрывался, когда считал, что ему жизни угрожает опасность. Became a very significant center of the Jewish revolt. Стало также центром еврейской революции или еврейских войн. Masada turned out to be the last bastion that the Romans were able to capture. Потому что Масада — это была последняя крепость, которая пала, когда Иудея воевала с римлянами, и после этого, только после Масады, полностью была захвачена Иудея. Now some other discoveries that took place archaeologically, we should take note of the city of Ephesus. Следующие археологические раскопки и находки. Следующие — это город Эфес. Древний город Эфес. Now Ephesus was discovered more than 200 years ago. Эфес также был обнаружен более чем 200 лет тому назад. But archaeological discoveries are finding out more and more about this city. Но в то же время дальнейшие раскопки еще больше информации узнают об этом городе. And I'm using Ephesus as an example of one of the many cities that the Apostle Paul visited and had ministry in. Эфес — это лишь один из городов, который посетил апостол Павел и где он нес служение. And it's the city where the traditionally it's believed that the grave of Jesus' mother Mary is located. По преданиям считается, что именно в этом городе располагалась могила матери Иисуса Христа Марии. Because it's also where the grave of the apostle John is located. И то, что там располагается также могила апостола Иоанна. And because John was given the assignment from the cross by Jesus to take care of his mother. Откуда такое предположение? Помните, как на кресте Иисус Христос сказал, что Иоанну он вручает попечение своей матери? The tradition is that when John went to Ephesus, he took Mary with him. И поэтому по преданию, когда Иоанн отправился в Эфес, он с собой забрал, конечно, и Марию. It's also the city where the grave of Luke is found. Также считается, что здесь располагается могила Луки. And of course, we know it is the city where the great riot took place when Paul preached the gospel. И кроме всего этого, мы с вами знаем, что здесь, именно в Эфесе, произошел небольшой бунт, когда Павел проповедовал Евангелие. And Demetrius the silversmith incited a riot here at the amphitheater. И вот здесь вот видите на фотографии амфитеатр в Эфесе. Именно в этом месте организовал бунт некто Димитрий Серебряник, который выступил против Павла. And the reason I want you to know about this is one of the cities of St. Paul. А почему я вообще сейчас привожу в качестве примера вот этот город, который имеет отношение к апостолу Павлу? Is because one of the most interesting of the stories of archaeology takes place with reference to the cities of St. Paul. Потому что именно в связи с этими городами, библейскими местами, которые были связаны с жизнью и путешествиями апостола Павла, связана одна очень интересная история. And it serves as an example to us of how valuable archaeology is in understanding the truth and accuracy of the scriptures. Вот эта вот история, правдивая история, служит как раз показательным примером того, насколько важна археология для того, чтобы увидеть и подтвердить достоверность и правдивость Писания. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.
You see, in England, about 150 years ago, there was a great archaeologist, about 100 years ago, I should say, archaeologist by the name of Sir William Ramsay. В прошлом веке, в 19 веке, где-то 100 лет тому назад, в Англии жил один известный археолог, которого звали Сэр Уильям Рэмси. William Ramsay was a skeptic with reference to the truth of the scriptures. Что касается истин Писания, к ним Уильям Рэмси относился скептически. He was especially skeptical of Luke as a historian. Особенно он не доверял Луке и говорил, что его исторические описания неправдивы. His conclusion that Luke was a bad historian. А он пришел к такому заключению, что Лука был плохим историком. And as a result, the writings of Luke in his gospel and in the book of Acts cannot be relied upon to be historically accurate. И поэтому нельзя полагаться на то, что написал Лука, то есть на Евангелие от Луки, на Деяния апостолов, нельзя считать их исторически достоверными документами. As an archaeologist, будучи археологом, he decided that he would prove once and for all how inaccurate the book of Acts. Он решил, что раз и навсегда всем докажет, насколько недостоверно, неправдиво Писание. And he wanted to write a book about this. И хотел после этого написать еще книгу об этом. And so he set out for Asia Minor, which is the modern-day country of Turkey. И он отправился вместе с экспедицией в Малую Азию, это территория современной Турции. And he decided to visit the cities where Saint Paul is said to have visited. И решил посетить те места, те города, которые перечисляются в Деяниях. И в Деяниях говорилось, что Павел там был. Cities like Ephesus. А такой город Эфес. Like Derby. А Дервия. Lystra. Листра. Iconium. Икония. Pisidia, Antioch Pisidia. Pisidia Антиохская. And other cities. И другие города. And he was going to do archaeological digs in each of those cities. Да, он собирался в каждом из этих городов провести археологические раскопки. To prove that those cities did not exist during the time of Paul. И он хотел доказать, что вот во время жизни Павла эти города еще даже не существовали. Maybe later, but not during Paul's time. Может быть, они существовали позднее, но не тогда, когда жил Павел. And so systematically he went from city to city. И поэтому у него была определенная система выработана. От города к городу он перемещался с этими раскопками. And I don't remember the order in which he went, but he would come to the first city, he would do his archaeological dig, and to his surprise, he would find that there's evidence that there was a city there. Я уже, конечно же, не помню, в каком порядке он переходил от одного города к другому, но вот он проводит раскопки в одном городе и, к своему удивлению, находит подтверждение того, что именно в библейские времена, во время апостола Павла, этот город действительно существовал. Well, he concluded the existence of one city doesn't prove the accuracy of the scripture. Let's check the others. Ну ладно, один город действительно существовал, но это еще не доказательство того, что все Писание достоверно. So he went to a second city. И он отправлялся в другой город, второй город. His team would dig, they would find, to his surprise, once again, he would find that it was a city that existed. А группа археологов, которая работала вместе с ним, они проводили раскопки, и снова открытие действительно, и этот город существовал во время жизни апостола Павла. And then he went to a third city. Потом он отправляется в третий город. The same thing happened. То же самое происходит и там. And a fourth city. Потом четвертый город. And a fifth city. Потом пятый город. Everywhere he went to make an archaeological dig, he found that there existed a city during the time of the apostle Paul. Какой бы город он ни отправлялся по своему списку, он обнаруживал, что этот город существовал в то время, когда жил апостол Павел. Well, Sir William Ramsay, who went to Asia Minor to find proof that there were no cities of Saint Paul. И таким вот образом Уильям Рэмси, который отправился в Малую Азию с одной только целью доказать, что не было этих городов в то время, когда жил Павел, returned to England. Возвращается в Англию. And as he had planned, he wrote his book. И он действительно написал книгу, как и планировал. But the book, instead of refuting the accuracy of Acts, но вместо того, чтобы опровергать достоверность книги Деяний апостолов,
confirm the accuracy in the minutest details of every aspect of events. Он написал книгу о том, как археологические эти раскопки подтвердили все детали, которые были описаны в деяниях. He entitled his book The Cities of St. Paul. А он написал книгу под названием «Города святого Павла». And Sir William Ramsay became one of the greatest supporters of the accuracy of the Book of Acts. А вот с тех пор Уильям Рэмси стал как раз тем человеком, который всегда защищал достоверность книги Деяний. And one of the greatest commentators on the Book of Acts. А и также он был одним из толкователей книги Деяний. Yes, there is value to archaeology. То есть видите, насколько важно заниматься археологией. В этом есть своя ценность. Let me mention one more recent find in archaeology. И еще хочу упомянуть одну археологическую раскопку. And that is in a place called Ugarit. Это Угарит. Ugarit was the discovery was made there in the year 1929. В 1929 году было открыто это место. Ugarit is in the region of Syria. Угарит. Угарит. Она располагается в Сирии. And there was discovered a royal library that was written in the Ugaritic language. Там была найдена царская библиотека. Эти книги были написаны на языке угаритов. And it was a language that was closely related to the Hebrew. Было обнаружено, что этот угаритский язык очень похож на еврейский, древнееврейский. So the value of Ugarit is that it helps us understand the development of the Hebrew language. Ценность тех находок, которые были обнаружены в Угарите, заключается в том, что они помогают увидеть нам, как развивался еврейский язык. It also teaches us much about the Canaanite culture. Также мы очень много можем узнать о жизни в Ханаане. Which helps us understand the Old Testament. А жизнь в Ханаане помогает нам лучше понять Ветхий Завет. But you know, I really should add, I should have a 13th archaeological discovery. Думаю, что все-таки археологических таких вот важных находок нужно было нам пройти 13. And that is of another great library that was discovered nearby in the country of Egypt about the same time Ugarit was discovered. Под 13-й цифрой можно было написать еще одну библиотеку, которая была найдена недалеко от Угарита в Египте. And that was a library in a place called Nag Hammadi. Какая Nag Hammadi? Nag Hammadi. Nag Hammadi. Это библиотека Nag Hammadi. And Nag Hammadi is a library that we are hearing very much of today. В новостях очень часто говорят об этих находках, об этой библиотеке. Because at Nag Hammadi was found a collection of the writings of the Gnostics. Потому что именно в этой библиотеке обнаружили сборник сочинений, так скажем, да, гностиков. The Gnostics were philosophers and theologians who lived in the days of the early church. Гностики это были богословы и философы, которые жили в период появления ранней церкви. And they built a religion based not on the teachings of Scripture, but on the basis of Greek philosophy. Но их религия была основана не на учении Писания, а на учении греческой философии. Many of these Gnostics claimed to be Christians. А многие из гностиков утверждали, что они христиане. But they interpreted Christianity in terms of Greek philosophy. Однако их толкование христианства немного отличалось, потому что они использовали принципы греческой философии для этого. And it led them into heresy. И, следовательно, появилась ересь. And we hear so much today about the lost gospels. И поэтому мы в наши дни слышим о потерянном Евангелии. I don't know if you discussed that in your New Testament studies, the Gospel of Luke, the Gospel of Thomas, the Gospel of Mary Magdalene. Например, Евангелие от Фомы, Евангелие Марии Магдалины, да, вот которые обнаружили новые Евангелия. And there are people who are claiming that these were writings that should be part of the New Testament. Есть люди, которые утверждают, что и эти Евангелия должны быть частью Нового Завета. But they were lost and have now been found because of the Nag Hammadi library.
они не были, не стали частью Нового Завета только потому, что были потеряны в то время. А раз их сейчас нашли, то нужно бы и включить, казалось. And it's if you've heard of the book and the movie that called the Da Vinci Code. И вот эти вот все книги были как раз найдены в этой библиотеке. Может быть, кто-то книгу читал, а может быть, кто-то кино смотрел «Код да Винчи». Are any of you familiar with that here? Yes. It's been translated into Russian. То есть на русском языке книга есть, и фильм есть на русском языке. It constitutes a very strong attack on traditional Christianity. То есть это все-таки нападки на традиционное христианство. And the attack is based on what they believe the Nag Hammadi Library has provided. То есть, естественно, вся эта информация, она основывается на том, что было найдено в той библиотеке Nag Hammadi. But what the Nag Hammadi Library has provided for us as traditional Christians. Но для нас, тех, кто верит в традиционное христианство, то, что было найдено в этой библиотеке, is that it has given us sources. Written sources of early Christian heresies. А является лишь только доказательством того, что существовала раннехристианская ересь. And has helped us understand why the early church rejected these writings as being unbiblical. И также эта информация помогает нам понять, почему ранняя церковь считала это ересью, боролась с этой ересью и выступала против него.